смысле, где в локе? Рейдфул, если что, смотрите, где вы там? Вы когда отбор писали? Вы писали, что один анрол? Я писал. Алиса не писала, правда? Ну, только Хант не в курсе про один анрол. Я ему написал в ПМ. Я не вижу, где Виби у вас? Ярости недостаточно. Так шкаф стоит. А, теперь вижу. Шкаф стоит, но никто не сумонит. Так, сумоньте. Нахуй надо. Чё вы стоите-то? Я чё драчу стою. Нам сейчас поговорим. Тыкаем на сумон. Дайте сумку. Человек тут, не можете засумонить, 5 человек осталось. Блять, я не убью, кто остался просто. Походу я просто так, сука, добегу сам, да? Я чего нас сумоню, тихо. Карина, принимай чулан, принимай Буждан, тут уже. Но я никто не сможет, ничего никакого. Ну, пидор, значит, ты паладин. Карин, релогнись, забагалась. На, у тебя уверен? Майн-контрол куда ну? Написал БЛ, сори, гильда попросила с ними пойти. Ну и пускай идет. Кто майнд контрол? Это хуйло. Ратрик. Блин, чуть дискорд не линканула. Так, у тебя убит лич 25 оп. На паладине. Там не лич нужен быть убитый, там должна быть ачивка за фул целка. Карина, посмотри. В смысле, фул? Сказали, что лич должен быть. Нет, Карина, должна быть ачивка. Тогда нет, у меня синдра не убита за паладин. Но тогда ладно, да, у ты у тебя не есть шаман. Но нет, там четвертая категория у всех остальных. Понятно. Ну
если бы я знала, то я бы пошла за паладина. Просто никто не сказал. Да, ну, ладно. Мы тогда подумали, что у тебя только леча не хватает. Так же самое видишь. На следующую неделю приди, пожалуйста, в ЦЛК 25 оп и закрой его на фул паладина. Мелик это спек и хила. Вторая против у него. У него хил. Холика. Почему у меня нету ассиста? Нормально. Я, если что, пока хапала еще. Дедающий хапала не найдешь никогда. Ну когда я в пятницу на фул поле паладином просто пойду и все, без всяких. Чтобы был доступ в ЗС. Турбо, сейчас сделай портал в Далран, пожалуйста. Зачем тебе портал? Малеке то надо как бы этот самый спецский. А, ты уже танк сделал? Место еще есть, наверное, ты? Ты кто? Есть, заходи, Джимани. Заходи. Да, это кто? Джимани. Где Зоэл? Он в игре, нет? Сейчас я ему наберу. Царь, чё сегодня молчишь-то? Ну? Турбо, поставь портал. А, Турбо тоже покажешь. А я, ребята, единственный пук у вас, да? А ты кто? Чё? Да, наверное. Пока что. У тебя чё, камня нету, что ли, маленький? Брать двухчасового роу. Нет. Никаких рох. А в чем проблема? В том, что их два. Одного полностью достаточно. Чё Зуил там онлайн, что-то в ВК? Там Икстурка пошла его набирать. Вот этот как Бальза или кто это кто такой, чё он, третья ката ПВПшер, вроде я его добирал, он что-то там говорил, что у него целка не закрыта, либо что-то еще, сейчас спрошу еще раз. А этот хант так и целка себе не закрыл, да? Да, у нас был, а, уже не зашел, блять, вышел с онлайна. Первая ката, который. Да, вообще не надеюсь.
Ну нахуй. Вместо Шансунга, что ли? Выбора нет. На Джованни заходишь, не? Да, да, уже гружусь. Ну уж этого представь. Я Зоила перетягиваю в АФК, он сейчас занят. Он сказал, минут через 30 освободиться может быть. Будет замена, значит. Все, фулл рейд, Джованни сейчас просумоним. Хули там царь один сидишь, ну? Да у меня башка нас... болит, пиздец, что-то я... ФДшник один, да? Бля, нахуй кинули. Можете начать бить трэш. Парь, цитрамон отбахни. И чаю сладенького. И коньячка грамм. 100. 300. 50, и спать 200. Можно залить. Забирайте танки. Посумон сейчас тыкнет. Алиса, ну показывай ДПС, давай. Чё, мне долго танчить, нахуй? Не, недолго, нахуй. Сейчас ГП кто-то танки начнут ловить, нахуй. На трэш. Даже не танки, а те, кто с пулей или трэш, нахуй, без танка. Да, Виби? Или это забыл? Забирайте мобов. Что, не сумоните пока? Пока нет, трэш пули. Тут бой повешается. Ладно. Там, если что, моб по рейду гуляет. Там, если что, танки АФК. Микстурка не танки почему-то, Алиса АФК. Алиса, ты тут? Она подтвердила. Правда, она под властью нечестивости почему-то. Чтобы агра не было. Плеснули павших. Шкаф поставили, суманули Джованни. Вот шкаф стоит. Тыкайте на суманку. Если не умеете таргет нарезать, нахуй, дайте мат-срез. Давайте суманим. На рыбу поставьте. Фулл рыбафа раздайте. А этот есть дживс у кого-то стоит? Так, короче, мне будет поактивация, потому что у меня ебаная мышка, и я не могу ничего тыкать нормально. Сумон, сумон, давайте. Дайте сумон. Всех уже сумон. Моб идет, отойдите назад. Малики-то сумонте. И финт. И челона. Надо челона к нам перегонять. Куда побежал Лок? Виби. То мы все равно его убивать его делать. Тык. Все тут. Не все. Майлики это нету. Царь, давай. Сумон. Царь не тут.
Че, сюда идти надо, да? Да. Куда? Сюда? Куда? Мы, если что, Алиса, сразу на этих идем. Мы на гидролиска не идем. Да, это ясен хуй, у нас на пула просто нету на него. У нас на пула хоть жопой жуй. Ну да. Ну вообще-то нам в другую сторону надо было идти. Ну как бы да. А почему мы пришли? Лиса, боишь? Ладно, Лиса, мы этих боссов убьем. А там разве с той стороны можно пройти? Да. Идем, последних мы бог тут, идем вверх. От Валики большого уводим. Нужно досумонить, не агрите. Камни сосите, Локи, чтобы потом не говорили, что у вас камней нет. Шкаф ставим, Аликета сумоны. Быстрее большой идет. Да, успеем. Блять. Будет спека, если в ДД потом. Рейндж взяли. А как вы сбили ка? Что за? Никак. Может, ритал какой? Нет. Вот ревок, но вряд ли. А, он же меньше херачит. С него лужа появится, да, сейчас? Нет, вроде. Потому что не помню. Сейчас посмотрим. Да. Вот после этих двух мобов появляется лужа. Одного киньте в этот. Дади идет. Череп, дайте Локи контроль. Отойдите от той стороны, идите сюда наверх. Наверх все пошли. Турбо. Турбо, уйди оттуда. Лужа пошла. Турбоис. Турбоис! А! Ну, блядь. Турбо, ты чё, не дискордина? Ауру ретри поставьте. Ах, тебя это не пьем. Там Майликер пишет паладину, чтобы не сбили желтый крича. Я даже могу догадаться, кто бьет желтый крича. Ну зачем вы ему и знания дали? Все спало. Чё там, ведьм заливает первый, да? Ты сама будешь танчить или чё? Это на соло вести? Короче, я буду... Ну, вот да не, будет мне. Там тоже. А то мало ли что. Thank you.
У нас один получается, да, у тебя еще. Турбо, мы тебе все время кричали, уйди, моба сагрит. Так и сделал. Да, блядь, я понял. Да, блядь, у меня тут работа. Я извиняюсь, конечно. Мне нужно отойти, если я сейчас не найду мышку, то у меня для вас плохие новости. Ай, релич, кто будет? Я вообще в Дискорд зашел, чтобы слушать, как ты релич. Интересно, для кого плохие новости? Тачпад вам отправят. А если она надо на ПК играет, по материнке пальцем возить? Да. У нее новость. Для вас плохие новости, народ. Магов хуярим. Какие новости? Плохие, я уже сказал. Слизь снова потекла. Блять, бейте магов. Меточку вам поставил. Ну надо же. Что-то даже, блядь, тут не падает. Ну. Мага. Че ребём? Будем бить по тактике Асгарда. Будем как просто бить. Били, так и бьем. Я не про этого босса, я про следующий. А, посмотрим. Будем бить по той тактике, чтобы убить. Нет, мы так никогда не убьем, я тебе сразу говорю. Убьем. Нет. Да убьем. Еще раз говорю, нет, нет, еще раз. Ты про какую тактику говоришь? Которую надо убивать ханта последним, а не первым. Так, это в ГБ. А, ролим все, кто с роли. Слепух с роли, то идет ему.
Ой, сролил. Ага, сролил, да? Ебать. Еще что скажешь? Бойт получает добычу. Да, это тебе показалось. Ага, сейчас скриню нахуй. Принять скриню, блядь. Этого босса бьем по старой тактике, все нормально, тут никаких новых тактик. Не мота, блядь. Один танчик. Ну тогда микстурка в одного танчика. Могут быть сейчас плохие новости. Какие? Тотем. Сейчас посмотрим, хилить если есть что. На боссе. Если милики не будут отбегать от вихи. Да там обезоруживание. Там надо отбегать. Обезоруживание не пошло. Там и надо отбегать. Большой. Если вы думаете, что вы будете не отбегать, надо отбегать. Два раза причем полежал. Где она мышку ищет? На мусорке, что ли? Не, ну, говорит, я найду мышку, где ее можно искать, блин, 8 часов. На рублёк. Про мобов в курсе, что лужа после них, да? Так, я тут. Нашла? Одного моба за контроль-то. Да, у меня хорошие новости для вас. Все, это хорошо. Это плохие новости, народ. Так, оплетение не спал. Черебьем остального контроля. Уже появится, смотрите, с моба. До того я танчу в стороне. Отошли лужа. Этого бейте. Хорошие новости, это хорошо. Будешь Алиса в соло танчить. Хотя не... Я что у меня тупяч, но Селянова не вытанчит. Микстурка вытанчила, ты не вытанчишь? Не-не, я думала мы на совет сейчас идем, мне что-то мозг сказал. Совет после этого босс? Да, я что-то тупнула. Ты должна в глаз лучше микстурки. А спасайте нахуй. Вот сука, когда Тёма ролит нахуй, все пиздят нахуй, хуй рот закроешь. А сейчас, блядь, всё нахуй так скучно, блядь, что пизда. Это ж хорошо. Алиса и Рэй, это хуёво. Чат все слушают. Я ещё не начинаю. Так, я в ДД. Тихо, да, Алиса, да. Так, короче. Ставьте рыбу. Вот. Это что я могу? Так, на запись вводь, пожалуйста, исторический момент. Так, проверка на готовность. Да, в К. Вон есть надо кому поставить.
Так. Короче, Войт растает в фласке. За фласками к Войту. Войтов кашт. На наушники отлично. Войт. Тебе дали ассиста, Алиса. Метки сразу расставляй и говоришь по меткам, кого бить, да и все. Вот, Войт, поменяй. Так, блядь, в смысле, сейчас этих заливаем массух, и потом появляется босс, и его заливаем. Чё? Ну, агро у тебя сорвём, пожалуйста, будем АОЕ заливать. Не точно. Да не надо. Нет, мне на кидачёва кидать, блядь. Раздай фласки, чё ты. Мелко поставлю, но вы, блядь, не бейте. Надо фласки на этот босс. Как скажешь. Ебать, мышка неудобная, конечно, но лучше, чем та мышка, да? Которая не работает. Ты даешь на фраски, в смысле не надо, блядь. Так, так я так понимаю, Солянова танчи, да? Ничего на АФК. Короче, бомбосса будет хуйня, называется внутренний демон. И скажет заливать своего демона. Хилы, правда, могут не успеть их залить и залить. И они могут это проанонсить, им дадут СС. До того, пока они не сдохли. Будет вторая фаза, там босс разделится на двоих. А, да, также будет вихрь, и на вихре босс еще сбрасывает такого. Ну-ка, того... подожди секунду. Я не тебя, Алиса, говорю. А, да, вот. Да ё-моё. На вихре босс сбрасывает агро. Вот, я постараюсь, конечно, босса не потерять. Так, и вторая фаза. Босс разделится на двоих. Если я соло танчу... то, типа, получается, я буду танчить обоих. Следовательно, я не знаю, как это все произойдет. Просто убиваете будет... босса, у которого 15%, и все. Когда кастует, да, босс вихрь, даешь 2 удара смерти. И когда вихрь заканчивается, у тебя 4 лпшки. Все, проблемы не вижу. Браво, блять. Чек на пол. Не чек, нахуй. Фласки, обмен. Кинули Миликина. Кому надо фласки? Звезде обмен. Как два будут ставить вместе, у вас будет хуярить АОЕ из-за того, что... А всем все знает, Алис. Окей. Будут топить гитарной. И главное, после вихря сразу босса агри ЛПХами, и все. Че, больше никому не надо фасток? У меня тут другой агронабор немножко сейчас, потому что я анхолик. Царь, ты тут? Да, чё? Ну так принимай готовность, чё, покажешь. Фласки на мили, ДД, обмен, кидаем мы. Я не смогу вам кидать. Окей, нахуй, проебали свои фласки, нахуй. Чё? Мили, ДД, задум. Нету, не будет приподца, дум. Все готовы. Не будет уже нихуя. Все готовы, давайте убивать этого босса. Иди пуляй. Даем время на агро, бьем пока что череп. На пулы готовьте на Эвинар сейчас. Когда босс пойдет. Забирай. Ну? Попрал я. Падаем. Не, какой падаем? Да минус 3 милика, чё? Ничего, блядь, нормально. 4. Чулан упал. Таунт не сунул. Таунт не работает. Не пашет. А, да? Блядь, спекнуть плата нахуй сейчас. Ты что, нуб, что ли? Я не понимаю. Микстурка в танк, Алиса в ДД. Блять, диван дайте.
Я сейчас спехну зиплаты, я просто не могу по этой ебучей ротации в 299 кнопок понять. У тебя три ледяных... Падайте быстрее, нахуй! Станьте спиной к боссу в одну точку, не бегайте. Станьте уже спиной. Уже выйдет. Ну, значит, и выйдете. Куда он и выйдется? Отбегайте. Куда? Вот, за квадратом. Давайте, выйдем. Побежали. Пошли, за квадратом отошли. Свейдится, подойдете, ресните всех. Алиса, босс не таунтится. Почему я тебе говорил агриш сразу ЛПшкой после вихрей? Или когда появляется? Да я не Влад, танк. В том-то и дело. Я сейчас Влада спекну, все норм. ЛПшка... Власти льда, ЛПшка дает агро. Без разницы, в ДД ты или нет. Стойка власти льда, ЛПшка дает агро. Сейчас ты будешь танчить. Агро ты не наберешь без власти льда никак. Хоть бы сколько ты ЛПшек давала. Только на пулами. Ты хочешь сказать, что я была не во власти льда? Я тебе просто говорю, я до этого тебя видел с властью нечестивость. Я не знаю, что ты 5 дает нам. Да, я просто тогда тупнула. Я просто бежала под власть нечестивости и забыла. Я убедил. Босс заявился, нет? Да, идите, нет, выходите все оттуда. Все из комнаты выйдете, должен заявиться. Ну, там есть волшебная палатка, тотемы в которой... Тотемы убрали, если тотемы есть. Умирай, Лач. Сюда, умирай. Еще похилиться должен, да? Не тяните время. Завейдет. Все отлично. Его можно и выйдеть. Идите сюда пока. Два танка танчите. Насколько я понял, в Алисе нет у нас успеха, да? Да, его нет. Просто, значит... Сделала хуйню успехно. Плохо, чё? Отходите резать людей. Я хотя бы надрочусь параллельно танить анхольком. Да трэш, то фигня. Трэш нас не убьет. Да не трэш, если ты первый заберешь, то я, блядь, тебя получусь там с агронабором и т.д. Анхолик для РБК, все. Это бесполезная бусовая. Там 2-3-5 нахуй, можно и поменять что-то, но это такое. Все равно не вижу смысла. Ищите рыбу, бафайтесь. Обновите бафы все. Все тут. Сейчас будет микстурка босса танчить. Мне в танк, да? Да. А ты сразу спекайся в БДК, а не в этом говне танчи. На этот анхолик может танчить РБК. Нет, Вайт, тут может он танчить. Почитай Т5. Там не помню. Если бы умели танчить, как, нахуй. Как кто танчил тут? В спекасе. Ну, блядь, не зависит от того, блядь, нахуй, какой шмот. Зависит от того, как танчить. БДК, спекайся в БДК, ты будешь в БДК. Все. Да, не нужно, пусть в анхолике будет. Да вы заебали, блядь, определитесь. Сука. В анхолике будь вторым танком. Я, блядь, ДК буду вам давать ауры, т.д. Пусть она апает пристов. Нет у нас. Сука, ДК, ладно, пусть... ладно, пускай апает пристов. Чек на пул. Чулана, забафайте его. Приста баф раздали. Почему бафов не вижу? Присты. О, пошли, правда. Еще один вайп, нахуй, начну ГП раздавать. Босс, иди еще нахуй, мы вайпаемся сначала. Так, короче, на пол. Турбо, ты тут? Да, интеллект. Чулан заебал, нажимает, нет, все. Чулан, что тебе надо опять? Инта нет до сих пор. Дайте интеллект. Давал уже 6 раз. Чулан, сука, разуй глаза. У него есть, нахуй, чердейская гениальность ждала рано, блядь. Принимайте готовность. Ну, хуй знаешь, что он такой.
Стопните заказ. А бейте. Бейте, бейте. Моб пришел. Моба забиваем. За уешим. На ком будет демон? Вы хил, похуй, кто добиваете своего демона. Отбежали. Отбежали. Вихрь. Отбежали с ползы. Если хил не будет успевать добить, пусть он это скажет, и ему дадут сердце. ВПшки. ВПшки. Зауешили моба. К мобу подведи. Моба к мобу, босса к мобу. Демон форма пошла. Следите за своим демоном. Давай демона, я на агрю и отведу Алису. Хватит, я тебя не догоню, на агру отходи. Ну, взрыв трупа хули. Коварный шап, следите за демонами. Убили своих демонов. Никто вам не поможет. Только сами могут его. Босс прилетится обратно, стопаните атаку. Чтобы в пешке были парочка. На вихре сразу отбегаете. Отбежали. Побежали. Дамаг не ловим, там дота еще вешается. Захил. Сильный захил. Сейчас секунда кончится вихрь. Алиса, отходи, агрон набрала. Ну это что? Еще раз напоминаю, пару боссов тут убьем, будем бока. Бить Талара и этого мага. Готовимся, демоны. Убили демона. Куда ты говоришь, пойдем после Бока. Этого босса? Сейчас после этого босс? Ну, еще одного убьем. А, ну второго можно. Хэк лол, гимн на ману. Вихрь отошли. А, нет, даю пожинить, бля. Сейчас будет. До вихря просто отойдете. А чё он, сука? У него анимация Домаха. Есть, смотрите на анимацию. Так, анимация у меня как была прокрутка. Вот, отошли. Он крутится, босс, видно же. Не ловите урон. Мой косяк. На 15% просто дадим Геру и Зергелям босса. Я демона заберу, вы будете бить основного. Ну, что, на демона забрал. Демоны пошли. Убили демона. Их три всего, да?
Финка, убей своего демона, на. Хорош. Повезло, что они хп у демонов не увеличивали. Шаманы, вы тотемы будете обновлять, нет? Турбо осторожно, глыбу. Давайте ЛПшки. Ой, ЛПшки, упору взрыв труп, блять. Готовимся, вихрь. Отбежали. Сука, я убегаю туда, он за мной, нахуй. Ты чё, пидор, блять? Я прожимку дал. Меняет цель каждую секунду. За ней бежит. А за мной весь бой, на. Ему нравишься. Готовьтесь. 2%. 1. Гера пошла. После того, как появится. Блять. Чё он так долго появляется, нахуй? Чё я не понимаю, Геру зачем так жать? Вы что, блядь, бейте босса. Я так сказал, но блядь. Дали команду, я дал Геру. ЛПшки в босса. Нахуй вы говорите, да? ЛПшки в череп, ЛПшки в череп. Хилрей в исчезновение. Ледяное прикосновение будет сегодня, вот. Я тебя вообще не понимал, кто кого забирает, конечно. Я тебе говорил, мне сказали три раза. Верьте все в череп, Вихрь. Если не понимаете. Отбежали от вихря, что вы делаете? Блять, нахуй вы в нем стоите? Добивайте. Пожимки отдали. Танки. На вихре лучше держи. Вихре не будет больше. Алиса, отойди. Да вот идет. Прожимку дай. И тут ты стоишь. 15. Добивайте там, бля. А почему вот этот бес, вот этот демон кастует у нас в миликах? Я не знаю, он... вообще нихуя не знает, я смотрю. Он в меня, блядь, лупит, алё. Мы про демона говорим. Кисайте всех. Ты оставил бы массовое, мне кажется, ну ладно. На трэше там какой-то моб будет, который вайпать будет, СС и раздайте там, чтобы было. Лол, ты предпоследний. Если пожирающая чума под анхоликом на 5к больше бьет, это вообще ужас. Ой. Дота. Хант роль. Так у нас пух есть. Ну он не солил уже явно. КПР смотрим. Идите на трэш, командуйте. Хилы со мной на трэш пошлите. Что за вторые перчатки, я не понял. Что это было? На ДК, по-моему. Ну это, блядь, там не только на ДК же. Мы не танков как бы собираем. Ну, у нас приор был ДК собирать. Тёма отдать, тому я отдал. Я вас понял. Заебись. Запер ролик выше. Не знаю, сейчас посмотрим. А мы этого босса заберем? Заберем.
А что с прошлого раза поменялось там? Тактика. Понял. Увели мобов выше, моб идет больше. Микстурка выше поднимись. Еще выше. Все хорошо. Не, давайте левого беру. Рассоситесь. РНЖ взяли между собой. У меня нет цели. Милики вообще ушли вверх, нахуй. От РДшников подальше. Разворачиваем моб, идет сзаду. Не, окей, все. Поднимите выше ее. Чуть выше, все, разворачиваем. Турбо, по-моему, есть перчик. Турбо, у тебя перчи, да? Угу. Тебе нужны этот, кто штаны. Ноги. Что там, вот это уешный моб, да? Мы сейчас совет этот будем или на волноступ? Да, совет. Совет. Задача убить совет. Я надеюсь, если штаны упадут, их Виби отдадут. Да, второй кусок уходит, если первый. Если сроллят. Там же еще хант. Там есть хант еще. Есть еще турбо, он получает штаны. Ну, вставили перчатки еще не ролили, да? Перчатки уже отдали. Воронка. Старые. Запы, блядь, кольчужные. Воронка, говоришь? Где воронка? В мопе. Кидай на ролл. Вот для начала подождите, чтобы дебаф кончился и все хрестните. Возьмите ренджу между собой, пожалуйста. На срез, дай. Сейчас я на срез когда. Ты либи про моба, который ешь. А, ну да, там. Да, можно и больше, чем 5 тел. Там просто надо, чтобы эти люди ренджи удержали, да и все. Тоже уешь. Как повезет. Да хрен его знает, они все одинаковые. Пока что бафайтесь. Бычья голова, ты тут? Давай. Бафайтесь, пейте ману, надо хилить много. Турбо, ткни стол, пожалуйста. Я говорю. Нет. Великий, везите. Че, ты воронку разронил? Напорол? Нет, она не порола. Да. Она, если хан сролит, забирает. Если нет, она идет в гильдию. Все, я моба беру. Сразу в гильдию уходит. Какой там нормальный, не ауешный, который на двух распадается? Нормальный. Я смотрю, ауе какое-то пошло. Да, он каст. А. Хан сролит. Хотя нахуя ему, я не знаю. Ну ладно, пускай закрыли. Разбежали. Там он меня уешит сильно. Вот болезнь. А здоровый. Вот второй моб на. Убежали все там,
5 дд остались, быстрее, только хилов не пороняйте. Почему вы держите его вне зоны? Словили рейдж. Потому что знаете, что мобы, блять, ходят туда-сюда. Да? Там сейчас убьют мобов. Они убьют они мобов. Вы их подвели, конечно. Пиздец. Нахуй было его наверх поднимать? Потому что его надо поднимать наверх до этого. Ну, ладно, давайте, сдох, может быть, по существу будем говорить, бьют там моба, нет? Кому убивать? А почему их два? Вот добивайте. Потому что второй старился, блядь, не подвели до верху. Сейчас будете падать, нахуй. Падайте. Ханту ушли. Один свейдился. Воронка ушла в гильдию. Один свейдился, я смотрю там. Вот сейчас будете вставать и резать всех опять. Одного моба агрим и отходим с ним, чтоб два не тончить. Умирайте, кто там. Не бегайте. Что непонятного? Иди к мобам. Иди умирай. Мобы сейчас будут 10 лет ходить по инсту, сука. Не бегайте. Умирайте. Чтобы люди... Светков, есть вставалка? Так. Шеддер, ты в начале инста? Или где? И чё там? Не, я тут. Нету на тебе гром. Все, мобы ушли. Вставайте. Давай резцы и какого-то хила, чтобы он резал всех. Сврез КД вроде. Выпуливать будете моба. Все милики идите вот эту назад. Сейчас когда все встанут. Выпуливать будете моба, будет бить Турбо, там Царь, Зидум, Джованни, Чулан и пару хилов. Все было нормально, пока не спулили второго моба. Не надо пулить два моба, сделайте, чтобы один моб был. Если он не уешный, то отведите его подальше наверх и будем бить. Без этих людей. Хочешь нравится мне? Череп не уешного выбить. Они по никам отличаются, нет? Нет. Нет. На БК у них раньше были такие ауры. Типа по аурам можно было понять, кто что делает. А тут ни хера не было. Может, не дописали еще. Давайте вот это вот встаем там, это, Элрея, пробегите назад, кто-то ресните из... Кто, а кому обмен кидать на ЗТС? Сейчас я тебе кину. Быстрее ресаемся, едим. Задум, СС по Чулану.